В Петриковской районной больнице после реконструкции открылось педиатрическое приемное отделение. Игровая комната, палаты повышенной комфортности, новый пищеблок. Общая стоимость проекта 7 миллиардов рублей. Вся работа провели в течение года. Причем ремонт не повлиял на работу больницы. Детское отделение сейчас рассчитано на 25 человек. Там полностью заменили мебель, закупили оборудование. А приемное отделение будет принимать пациентов круглосуточно. Мы получили новый аппарат дистанционного ЭКГ-мониторирования. Значит, этот аппарат позволяет нам сделать, просмотреть электрокардиограмму на расстоянии, так называемое теле-ЭКГ. То есть у нас имеется в районе 9 амбулаторий врачей общей практики. Любой врач может проконсультироваться с дежурным реаниматологом, который у нас дежурит круглосуточно, с дежурным врачом терапевтического профиля по любому пациенту. Новое отделение Петриковской больницы и часть проекта развития областного здравоохранения. До конца года в Гомельском регионе появится еще два новых медицинских объекта.